эскалатором на Ставрополье поставят специально обученных людей. В крае планируют усилить меры безопасности в торгово-развлекательных центрах и в парках на аттракционах. Об этом говорили сегодня на еженедельной планерке в Думе региона. Депутаты разбирали несчастный случай с детьми в одном из развлекательных центров Ставрополя в декабре. Школьники получили травмы на подъемнике. Депутаты уверены, что рядом с такими конструкциями должны дежурить специалисты. На каждом эскалаторе, а у нас 62 объекта таких, где много детей, 62 развлекательных комплекса в крае, должны стоять не механические какие-то отключатели, а люди конкретные. И отключить нужно немедленно, если произошла давка, если что-то кто-то попал, не дай бог.